Турнир такого уровня проводится на курорте уже во второй раз. Впервые боевые смешанные единоборства были представлены в городе в феврале. Тогда в схватке между российским и польским спортсменами победу одержал наш боец. И на этот раз российская школа на кубке была представлена в большинстве. На ринге в ночном клубе «Малибу» встретились как начинающие спортсмены, так и мастера спорта, профессионалы. Первый поединок прошел по правилам тайского бокса. Воспитанник сочинского спортклуба «Форвард» на первой минуте третьего раунда отправил представителя Краснодарского края в нокаут. Следующими на ринг вышли два профессиональных бойца по греплингу. И вновь в этой тактической борьбе лучшим стал сочинец. Наши ребята оказались сильнее и в смешанных боях. За два года существования в Сочи этот вид спорта приобрел популярность среди молодежи. Очень сильно развивается этот вид спорта, потому что это разные виды техники владения рукопашного боя, боевого самбо, ну, тайского бокса, бокса, кикбокса, ну, как бы все виды боевых искусств. В смешанном боевом искусстве свое мастерство показали спортсмены из Дагестана. Незнание техники своего соперника не помешало Мураду Курамагомедову уже на первой минуте схватки изучить тактику француза и применить удушающий прием. Смешанные единоборства очень сильно поднялись, уже почти уже не отстаем от Америки, уже можно сказать, там тоже выступаем на самом высшем уровне. Вы, наверное, это лучше меня знаете, что наши бойцы, тем более дагестанцы, выступают в UFC. Особенно ярким стал последний бой вечера. На ринге встретились достойные друг друга и в борьбе, и в ударах соперники. Свою выносливость и силу на протяжении двух раундов демонстрировал Артем Шоков из Украины. Тем не менее, по количеству очков лидером стал дагестанский боец. И это уже 17-я по счету победа Айгуна Ахмедова. Знал, что соперник хороший, знал, что довольно-таки выносливый. Вот. Поэтому готовился, в принципе, что бой состоится долгим. Вот. Придется драться полное время. Естественно, рассчитывал, хотелось бы, конечно же, выиграть бой досрочно. Но не совсем это получилось. На самом деле, боец попался очень крепкий. В завершении турнира всем дагестанским спортсменам были вручены специальные призы от Федерации смешанных единоборств. Следующий турнир всероссийский пройдет 1 сентября в Адлере в торгово-развлекательном центре «Мандарин-Холл». Татьяна Нагорская, Ярослав Пархаев, телекомпания ФКТ.